зелененькая, зелеманы. Ух ты. Как вас здесь много-то, а? Коллективный разум, блин, вам не поможет выжить. Как полотняные башмаки. Что, вы от меня эту фигню защищали, что ли? Что? Чего на меня так набросились? Видимо, из-за полотняных башмаков. А, ну их не видно, потому что они из елок выпрыгивают, понятно. Они не рядом с ним стоят. Так, что у меня здесь можно? Ладно, еще здоровье, еще здоровье, еще больше здоровья. Что здесь? Ганбот. Ганбот. Ну давайте ганбота. Больше улучшать нечего, давайте улучшим ганбота. Он нам помогает сильно в последнее время против боссов каких-нибудь. Давай, давай, давай. Умирай. Он еще и думает, умереть ему или нет. Замечательно. Обожаю мины. Пожалуй, нет, не обожаю мину, потому что они как-то мелко снимают здоровье с некоторых монстров. Это все-таки не имбовое оружие получается. Да ладно, опять ничего не будет, что ли? Ну вот, одно зелье есть. Уже лучше. Блин, Людка опять застряла. Что за нафиг, Людка? Ты должна быть профессионалом, возьми себя в лапы. Твою налево. Людка, ну кого ты атакуешь? Зачем ты этого скелета атакуешь? Он что, похож на противника? Вот этот вот парень похож на противника, у которого палка в 3 раза больше меня, если не в 4. Весь ты уж точно раз в 5 больше. Это что за пузач? Новый фильм с Дюжевым, что ли? Альтернативная концовка? Правдивая. Давай. Люк, ну наконец-то причапало сюда. Сколько можно было непонятно где тусить. Я знаю, ты нажратый, только что из бара тратила все мои деньги. Я тебя насквозь знаю, блин. Не зря ж я тебя не кормлю, а знаю, что ты все равно купишь себе все сама или выжрешь все это в виде алкоголя. Собака, алкоголь. Телохранитель называется. Давай, атакуй его, ну что ты стоишь? Вызывай всяких зомби взрывающих. Зомби вообще не могут догнать никого. Да, это смешно. Как вы там помещаетесь в этом домике? Количество 50 штук, я не знаю. Потому что именно столько оттуда вылезает постоянно. Замечательно, еще один дуболом. Ганбот, у меня к тебе большие вопросы. По поводу того, что ты здесь делаешь в нашей команде безупречных киллеров. Что там есть? Ага, место порыбачить. Место порыбачить. Рыбачить, я думаю, здесь будет лишним, потому что в такой воде, думаю, что самая химическая рыба в мире водится. Среди мертвецов. Она этими мертвецами питалась. Я не буду эту рыбу ловить. Кормить ему. Ею свое животное, блин. Запутал в побежах окончательно, потому что здесь какое-то мясо опять идет. Неразборчиво, я опять чуть не сжегся. Как я люблю себе подпаливать. Мышки решили вылететь неудачно. Сразу все сдохли. Давайте немножко поисследуем локацию. Не думаю, что нам стоит куда-то торопиться, потому что левелы важнее всего, чтобы чувствовать себя комфортно потом против боссов и тому подобных существ. Даже против обычных мобов иногда приходится немножко переживать. Что, все мины влетели в этого моба, что ли, или что? Никогда не поверю, что они такие тупые. Так, это что? Это конец локации. Окей.
Что-то не понял. Это раньше было, видимо, каким-то кладбищем, которое затопилось. Судя по всему, превратилось в болото. Спокойно, спокойно, товарищи. Откуда они лезут-то в таких количествах? Нифига себе. О, это мне нравится. Синенькая, зелененькая, отлично. Пошли дальше. Этих факелов становится все больше. По-любому я на какой-нибудь миг наступлю и сдохну. По-любому так оно и будет. Я от себя только такого могу ожидать. Не знаю, как вы, но я себя знаю. Свои фейлы постоянные в таком стиле. Ты чё всего один-то, а? Где твои друзья? А, умерли все. Ну ты же тоже умер. Этот здесь вообще ножки развесил, вот дыхать он сюда приперся. Вставай, парень, сейчас мы тебя убивать будем. Ну давай уже, до свидания. Опять кальсоны. Что ты будешь делать? Где ваш дом, твари? Я сожгу его дотла. Давай. Фигач. Я даже не заметил, как он разлетелся на куски. Ничего, бывает. Лучше перестраховаться, чем недостраховаться. Еще один любитель санатория тут развалился, блин. Господин, вы не заплатили за последнюю неделю отдыха, мне придется вас убить. Для того, чтобы выписать из этого санатория обратно домой. Потому что мы не обеспечиваем финансирование дороги обратно, понимаете? А мертвых бесплатно перевозят. Все очень просто. Вы еще потом мне спасибо скажете, если когда-нибудь подниметесь из мертвых. Отлично. И, как я и говорил, наступил на этот кратер. Какие вы золотоносные, а? Один аж улетел, офигевши, от своих ребят, друзей, которые с таким количеством золота посмели сдохнуть, не прокутив все перед смертью. Копите, копите всю жизнь деньги, а потом хоп, и не потратили нифига перед смертью. Замечательно, все криво и косо. Люха, ты меня поражаешь. Своей меткостью в кавычках, конечно же. Так, мне нужен сундук. А где сундук? Спросите вы. А я не знаю, где сундук. Я бы спросил у вас, но вы тоже не знаете, где сундук. Где-то здесь должен быть, давайте поищем. Бегать не найдя золотой сундук, если мы нашли золотой ключ, это будет совсем несправедливо и неправильно. Придется пока бегать с такой картой. Такс. Мана. Где-то он должен здесь быть поблизости. Обычно их кладут недалеко от того места, где золотой ключ лежит. Хотя, может быть, бывает по-разному. Не знаю, может быть, мне просто до этого везло. Мне тут еще очень много неисследованной территории этой локации, поэтому все может быть. А может быть, и ничего не может быть. Почему вам просто не разорваться дружеским залпом на куски? Ах ты, что это было? Нифига себе. У меня даже игра зависла. Нафиг. Они так и будут вставать, что ли, до бесконечности? Тихо, тихо, тихо.
принципе, я даже не замечаю, как я подыхаю. Что за фигня? Ладно, я в начале локации. С этим я спорить не буду уж точно. Можно было вообще в город смотаться, чтобы не тратить деньги. Ну, ладно, денег у меня и так кур не клюют. Поэтому особо много я ничего не потерял. Так, а вот новые пушки, кстати, пошли. 206. Неинтересно. Пистолетик, неинтересно. К запасу здоровья плюс 5 к запасу маны. Если бы хотя бы проценты давали, а не плюс 5 к запасу маны в единицах. Тоже что-то феерическое, блин. Нафиг. Это потом исследуем. Где же этот сундук-то, а? Скорее всего, в этой части карты, мне почему-то так кажется. Блин, забыл все вызвать. Отлично, сейчас еще раз сдохну и все. На этом все закончится. Я даже там-то не понял, как я умер. Здесь могу тоже этого не понять совершенно. Ай-ай! Блин, уже половину здоровья снесли, вот твари, а? Как они это делают? Господа, скажите, пожалуйста, что это делает? Наши читатели хотят знать это. Как вам удается снимать половину здоровья, пока я даже не замечаю, как они это делают? Так, ты заколебал телепортироваться. Телепортируйся-ка ты на несколько кусков, пожалуйста. Концы-концы. Получил, выпрыгнул с кустов. Что за отворот-поворот? В виде крита. Так, только не взрываться, только не взрываться. Опять половину здоровья какой-то мелкий моб один снял, которого я даже под ногами под своим не могу разглядеть. Для этого и нужны мины, они хотя бы самонаводящиеся. Что это? Я даже не посмотрел, что это. А, здесь я уже был. Здесь я уже был. Сундуки обычно на возвышенности находятся. А, золотые. Давайте посмотрим здесь. Есть он здесь или его здесь нет. Вот не надо. Оборотни какие-то, что ли? Сразу три синих вещи выпало. Я тут понабрал обычных, конечно, мне выпало столько. Так, плюс 6% к скорости передвижения, плюс 79 к запасу здоровья, плюс 4 к концентрации. Не думаю, что это мне нужно. Это мне тоже вряд ли нужно. Белая шмотка, щит не нужен. Наплечники. Фиговые. Хуже, чем у меня даже. А я свои наплечники не менял уже лет 100, наверное. Урезы мне понадобятся. Плюс 9 к ловкости. Фигня. Все, наверное, пока что. Замечательно. Опять я не вижу врагов. Здесь только всякого вызывается этой собакой моей, что я даже врагов не могу рассмотреть. Так. Владелец живота года хотел у меня, видимо, что-то спросить. Или попросить что-нибудь поесть, скорее всего. В башмачках он тут ходил, понимаете ли. Вот и умер.